Накануне празднования 75-летия Победы в Елабужском филиале Казанского федерального университета прошло традиционное поздравление ветеранов. В этом году подарки доставили ветеранам на дом. Чтобы передать душевную теплоту и признательность, пакеты с набором продуктов дополняют праздничные открытки с поздравлениями от ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и директора института Елены Мирзон. Я благодарна руководству института. Нас никогда не забывают. Вас я тоже поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю вам успешной работы. Елене Ефимовне спасибо. Она всегда, встречая нас, узнает по фамилиям, по именам, отчеству, обнимает каждый раз. Недавно звонил декан Латипов Задир, узнавал, как себя чувствую. В общем, спасибо всем большое. Кроме того, вместе с подарками ветераны получили специальный выпуск газеты «Универсия», посвященный 75-летию Победы. По традиции, в номере в прозе и в стихах отразились воспоминания о войне, а также настоящем и будущем института, которое всегда интересно ушедшим на заслуженный отдых преподавателям и сотрудникам вуза. Вас поздравляем с наступающим праздником! Спасибо, солнышко! Всего вам самого-самого замечательного, Татьяна Андреевна! Здоровья вам, благополучия, чтобы все у вас было хорошо. Мы вас поздравляем. Диана Шленкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.